Привет! Если вы готовите по простым рецептам из интернета, но при этом у вас есть ощущение, что вы проводите на кухне половину жизни, тогда есть хорошая новость. Можно и нужно проводить на кухне не более 1 часа в день, то есть сократить все процессы, которые связаны с готовкой и уборкой, чтобы максимально освободить ваше время и ваши силы. Откуда я это знаю? Меня зовут Дарья Черненко, я уже более 12 лет в теме тайм-менеджмента и кулинарии. Я автор книг-бестселлеров по планированию меню, заморозке, заготовкам. У меня есть своя кулинарная школа «Хорошие хозяйки», я ее основательница, ее прошло уже более 10 тысяч участников. Я все знаю о том, как экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Я вас хочу пригласить на свой бесплатный вебинар, чтобы поделиться своими знаниями, инструментами и наработками, как это возможно сделать. Вебинар бесплатный, вам ничего платить не нужно. Более того, я вам дарю подарки, которые вы получите при регистрации. Сразу после регистрации вы получите меню на неделю сезонное вместе с рецептами, списком покупок. Все, что вам нужно, это его распечатать и идти в магазин вместе с этим списком покупок и начинать уже жить по меню, экономя ваше время. И еще я вам подарю карточки с рецептами для планирования меню. Вот они будут выглядеть вот так. С одной стороны здесь есть рецепт, технология приготовления, картинка. И благодаря им планирование меню можно сократить до 5 минут в день. А еще вы получите сценарий быстрого обеда или ужина, который готовится за 30 минут. То есть 3 блюда за 30 минут. Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинар, переходите по ссылке ниже, записывайтесь и буду вас ждать. Расскажу все инструменты, все способы и технологии, как экономить ваше время, силы и деньги на кухне и при этом всех вкусно и полезно накормить. До скорой встречи!